Конечно, такая нарядная и нестандартная площадка обходится дороже обычной. Однако, думаю, все согласятся с тем, что экономить можно на чем угодно, только не на жизни и здоровье детей. А крепкое знание правил дорожного движения может сберечь ребенку и то, и другое. Открыть такой игровой уголок удалось благодаря поддержке депутата Московской областной думы Дмитрия Голубкова. Новую площадку Дмитрий Аркадьевич открывал вместе с ребятами. Сегодня мы здесь открыли детскую учебную площадку для того, чтобы вы помнили и знали о важности безопасности поведения на дорогах. И как пешеходы, и как пассажиры, и как люди, которые управляют транспортными средствами, машинами, велосипедами, мотоциклами, мопедами, чтобы вы были культурными водителями, уважали других участников движения, прививали культуру управления транспортными средствами с самого детства, чтобы понимали, насколько важна взаимовыручка на дороге, помощь друг другу и, самое главное, уважение к другим участникам движения. Все элементы площадки отечественного производства. Они прошли самую строгую сертификацию и полностью безопасны для детворы. Компоненты подобраны так, чтобы сделать игровое пространство как можно более правдоподобным и похожим на реальную проезжую часть. Фуражка вон еще есть! Это Игорьку фуражка, Все, сейчас оштрафуют. Все, я попал. Площадку одобрил не только сам депутат и воспитанники детского сада, но и инспекторы по безопасности дорожного движения Одинцовского отдела ГИБДД. Появление таких детских транспортных площадок способствует лучшему усвоению правил дорожного движения среди детей, так как они не просто заучивают, а в игровой форме запоминают правила, и тем самым они обезопасивают себя на дороге. В идеале такие транспортные площадки должны появиться во всех детских садах Одинцовского муниципального района. Вместе со своими воспитателями дети отблагодарили депутата за подарок яркой концертной программой, посвященной, конечно же, безопасности дорожного движения. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».